лет, да, 7 лет получается, построили целый прекрасный район. Почему этот район называется Марина? Конечно, это не от имени Марина, это от английского слова морской, потому что в этом районе создан самый длинный и самый большой искусственный залив в мире. Этот залив мы с вами сегодня увидим, вы сегодня там будете кататься по этому заливу. Этот залив виден даже из космоса. Так вот, район Марина – это резидентский район, то есть его строили для комфортной жизни людей. И поэтому там мы с вами не увидим ни одного бизнес-здания. Там все здания либо отели, либо это многоквартирные здания. Поэтому вот такой вот интересный проект. Ну и вообще стиль архитектуры был принят в постмодернизм. Что означает этот стиль? Этот стиль говорит о том, что в принципе здание вроде бы простой формы, ничего сложного нет, но применяются элементы, например, барокко, применяются колонны в некоторых зданиях, видите, короны на крышах, то есть детали из разных других стилей, но в целом здание вроде бы простое. Поэтому вот такой вот стиль был принят в архитектуре, ну и, конечно, каждое здание, оно построено в своем индивидуальном стиле, то есть мы тут с вами не увидим похожих зданий, но есть, конечно, похожие, но все равно каждое здание отличается. Thank you.
يا حبيبي.
بتقابلها بتبقى حاسة انت مش جاي لها، ده انت جاي تنسى. انت مش جاي لها، ده انت جاي تنسى. انت عارف حتى تعشى حد غيرها، ده انت وانت ويا غيرها بتفتكرها. كل ده علشان بتهرب من الحقيقة، كل ده علشان نصيب.
Стройка, это строится мечеть первая в этом районе. Ну и когда вы сегодня катались, наверное, обращали внимание, вот с левой стороны такие бежевые здания, они были построены самыми первыми в этом районе Дубай-Марина, вот такие бежевые, как будто бы чем-то похожи друг на друга, и даже на самом-то деле чем-то похожи на сталинские высотки в Москве. Ну и еще раз напомню, что район только для резидентов, поэтому здесь комфортное проживание всем жителям обеспечено. Ну и что касается здесь, в Дубае, это будущий шейх Дубая или коронованный принц, это шейх Хамдан, бин Мухаммед Аль-Мактум, это сын шейха Дубая, один из его сыновей. И вот с левой стороны, обратите внимание, находится скайдайв. Скайдайв Дубай – это разные виды спорта в воздухе. И как раз этот шейх Хамдан, он открыл вот этот самый скайдайв. Он увлекается экстремальными видами спорта. Поэтому вот мы с вами сегодня видели, там летают на воздушных специальных шарах, летают на парашютах и так далее. Ну и, конечно же, вам, наверное, интересно узнать, каким же образом проходит выбор будущего шейха. На самом-то деле закон такой, что это должен быть мужчина из правящей семьи. То есть это не обязательно сын, это может быть племянник, это может быть брат, например, это может быть дядя, это может быть кто угодно из мужчин, из семьи правящей. Да? Поэтому в данном случае будущий шейх Дубая – это третий сын. Третий сын шейха Дубая. То есть, кого шейх видит самым способным, тот и будет коронованным принцем. И у этого шейха Хамдана, у него очень много интересных проектов, он активно участвует в политике, поэтому еще один из проектов мы с вами сегодня увидим на острове Пальм-Джумейра.